Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад новой встрече с вами. В эфире вновь программа «Дом, в котором живет Бог». Мы продолжаем наш разговор о православном богослужении. И, как вы помните, мы с вами подробно разбираем службу, которая называется «Вечерня». А остановились мы на двух кратких, но очень важных возгласах священника. Помните, как они звучат? Первый из них – «Вонмим», призывает тех, кто присутствует на службе, быть собранными. А второй, под названием «Мир всем», призывает людей молиться в мирном расположении духа. После того, как прозвучали слова «Мир всем», а хор на них ответил «И духове твоему», священник произносит еще два кратких возгласа – «Премудрость» и снова «Вонмим». Возглас «Премудрость» призывает молящихся прислушиваться к словам премудрости Божией. А возглас «Вонмим», как и в первом случае, быть внимательными к словам богослужения. А зачем еще раз произносить слово «Вонмим»? А затем, друзья, что наступило время прокимна. А вот что это такое, я вам попробую объяснить в нашей сегодняшней передаче. Что же значит это таинственное слово «прокимен»? Как и многие названия, которые используются в церкви, слово «прокимен», друзья, пришло к нам из греческого языка и значит «предлежащий» или «предваряющий». Запомним это. «Прокимен» – слово греческое и означает «предлежащий» или «предваряющий». Почему он так назван, я расскажу чуть позже. А пока давайте выясним, как же «прокимен» звучит. Друзья, он сильно отличается от тех песнопений, с которыми нам уже приходилось сталкиваться. Вы, наверное, уже заметили, что обычно церковные песнопения довольно протяженные. А вот «прокимен» – это очень краткая церковная песнь, состоящая всего из нескольких слов. Но несмотря на всю свою такую краткость, «прокимен» – это очень яркая и выразительная часть богослужения. Вонмим, премудрость, вонмим, прокимен, глас восьмы, все ныне благословите Господа, все раби Господни. Все ныне благословите Господа, все раби. Откуда же взялся прокимен? История его появления такова. В древней церкви, как я уже рассказывал, существовала традиция петь в храме псалмы. Так вот, псалмы пелись особым образом. После каждого стиха псалма пропевался наиболее важный стих из этого же псалма. Вот так почти из каждого псалма и были выделены самые яркие цитаты, которые стали именоваться в итоге прокимнами. Позднее для прокимнов стали использоваться не только стихи из псалтири, но и из Евангелия и из апостольских посланий. Отбирались из книг Нового Завета так же, как и в случае с псалмами, очень выразительные и поэтичные стихи. Итак, мы выяснили, что прокимен – это особенно выразительная поэтическая цитата из Священного Писания. Таких вот ярких цитат из Библии со временем набралось довольно много. Поэтому прокимен сегодня состоит сразу из двух стихов. Первый, главный, он и является, собственно, прокимном, а второй его дополняет. Как звучит прокимен, вы уже слышали и, наверное, обратили внимание, что пение прокимна положено на особенно богатую звуками мелодию. Оно действительно очень торжественное. А совершается пение прокимна вот по какой схеме. Священник читает сначала первый, самый важный стих прокимна. Хор торжественно этот стих повторяет. Затем священник читает второй стих, как бы менее важный. Но хор этот стих не повторяет, а поет снова первый стих. Он-то самый важный в прокимне. После этого священник читает первую половину первого стиха прокимна, а хор заканчивает его, пропев вторую половину. Посмотрите и послушайте еще раз, как это звучит. Стоящий в окружении
мы дважды прослушали с вами один и тот же прокимин. Но на богослужении прокимин, понятное дело, не повторяется. Напротив, в каждый из дней недели используется свой, особый прокимин. Сколько дней в неделе, столько и прокимнов на вечерне. Итак, на вечерне в каждый из дней недели используется свой прокимин. Вы, естественно, знаете, что воскресенье для христиан день особый, ведь он напоминает нам о Пасхе, главном празднике года. Поэтому-то в субботу вечером, то есть накануне воскресенья, используется особый прокимин, не похожий на все остальные. Он, в отличие от других, состоит не из двух, а сразу из четырех стихов. Первый его стих звучит так: «Господь воцарися, в лепоту обличися». На русский язык эту фразу можно перевести следующим образом: «Господь царствует, Он облечен величием». Ну что же, подведем итоги. Вспомним, что мы узнали сегодня о прокимне. Мы с вами выяснили, что прокимин – это краткая, но очень торжественная песнь. Она представляет собой очень яркую цитату из Библии. На вечерне используется 7 видов прокимна, по одному на каждый день. И исполняется прокимин особым образом. Священник и хор при его пении как бы дополняют друг друга. Ну вот, друзья, на этом позвольте с вами попрощаться. Как всегда, с вашими вопросами обращайтесь к нам на сайт. Адрес его остался прежним – www.radostmoya.ru. С вами был я, священник Антоний Борисов. До новой встречи и храни вас Бог!